Лето не за горами, а значит, приближается пожароопасный период. Проверить готовность спецтехники для пожаротушения, а также другого транспорта служб спасения решили на площадке перед универсальным спорткомплексом Подмосковья. Сегодня, помимо Щелковского спасательного гарнизона, здесь представлены еще лесное хозяйство, машины, машины водоканала и машины спецтехники, которая нужна будет в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. В летний зной пожарная опасность возрастает не только в лесах, но и на ландшафтной поверхности. В этом отношении важно напомнить, поджог травы строго запрещен. К сожалению, многие собственники земель должным образом к ним не обрабатывают свои поля. И ландшафтные пожары – одна из значимых проблем нашего района. А пока тает снег, важно помнить всему свое время и торопить природу разведением костров не стоит. Садоводам же на заметку вскоре будут проводиться профилактические выезды в СНТ. Совместно с пожарной охраной мы после схода снега сразу же пройдем по основным СНТ, которые у нас, как правило, ежегодно плохо убирают местную траву свою, которую должны убирать. Вот. Еще раз с ними проведем беседы по поводу того, что в пожароопасный период надо все-таки следить за своими территориями. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.